делать масленицу. А при отжигании масленицы существовал на Руси еще в дохристианские времена. Масленица вообще выражает, это не мы сжигаем не чучело масленицы, а сжигаем зиму, провожаем ее и встречаем весну. А в день, когда сжигали масленицу, все радовались, потому что заканчивалась зима и приходит весна, то есть все в природе обновляется. В костер с масленицы также кидали все старые вещи, считалось, что... И блины кидали, потому что на следующий день начинался Великий пост. А все старые кидали, потому что считали, что они вернутся в новом виде, в гораздо большем объеме. Вот мы сегодня будем делать вот такую вот похожую масленицу. Кукла, она у нас остается. Кукла, да. Так, для этого нам понадобится лыка. Вот мы купили лыка. Лоскуточки и ниточки. Даже ниточки. Я придумаю, как мы будем делать эту. Сделаем сразу ей косу. Чтобы была она красивая. Так, вот у нас лыка. Так, нам целиком. Вкусно, по-моему, так, отделяем чуть-чуть на ручки. Делаем в первую очередь ручки. Нет, мы делаем ручки. Сделаем сначала ручки. Вот такие вот ручки. Подожди, мы сразу не завернем. Хорошо. Чтобы это... Вот так вот сворачиваем лыка. 4 раза. Ну, у нас будут толстые ручки. Так, с одной стороны мы отрезаем. И с другой стороны, подожди, сейчас отрезаем, разрезаем наше лыко. Вот у нас есть лоскуточек вот такой небольшой. Его заворачиваем. Сейчас даже мы обрежем. На, держи. Давай померяем и обрежем по лоскуточку. Так, вот так, да, где-то? По размеру наших ручек. Так, и будем делать рукавчики. Ручки вместе с рукавчиками сразу. Вот так вот заворачиваем наше лыко. Бежим. Так, и будем завязывать веревочками. Так, с одной стороны завязываем веревочку, делаем наши ручки. Так. Обрезаем. И с другой стороны тоже завязываем. Делаем ручки. Вот так вот. Да, у нас теперь будет кукла. Так. Эта кукла похожа на традиционную куклу-матанку, которую делали на Руси. Вот наши ручки. Так, теперь будем делать наше туловище нашей куклы. Так, вот так вот отделяем лыка. Заходи. Смотри, Маша, у нас конфета. Делаем. Вот так вот мы. Вот смотри, что я придумала. Мы вот так вот чуть-чуть на косу. Прямо головы. Хорошо, давай. Вот так вот. Нет, давай вот ты вот завязывай. А, вернее, вот так держи. Чего так воняет? Это лыка так пахнет. Вот так завязывай. Вот так держи. Вот, держи. Сейчас мы будем формировать головку. А можно мне головку? Да, можно, сейчас машину. Ну, бери только помой ее, Машу. Вот эту маленькую. Хорошо, бери маленькую. Помой ее, Машенька. Так, вот так вот мы завязываем. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? А, так вот. Вот так вот мы ее завязываем. Теперь мы сплетем косичку. А, давай ты. Вот, вот отсюда давай. Косу плети, вот здесь будет держать. А ты плети косу. Бантик. Так, что сделать?
завяжем бантик. Красивый бантик. О, красивый бантик. Теперь ну, вот здесь девушка, держи. Да. Вот так вот держи, да, чтобы я ее... Подожди. Стой. Вот так, чтобы я веревочку вот, вот так вот привязала. Ну, вот, теперь когда мы высунем, у нас вот будет девочка с косой. Красиво. Ой, а чего она вверх? Так. Ну ничего, мы сейчас сделаем. Теперь вот так макушку мы обрежем. Подстрижем. Да. Надо вставить наши ручки. Делим куклу посередине. Так, сейчас вот так вот делим куклу посерединке. Давай. И вставляем наши ручки. Так, у нас кончилась веревочка. А мы сейчас сделаем вот как. Держи. Вот здесь держи. Мы сейчас свяжем ее жилыком. Ты даже не будет красиво. Ну, там все равно видно не будет, потому что оно у нас будет сейчас одето в платьице. Можно, видите, просто использовать без. Ой. Не, она не порвалась. Я завязала. Можно использовать аккуратно. То же самое. Мне кажется, что это красиво будет. Да, будет красиво. Так, сейчас еще раз сверну. Попрочнее. Чтобы ручки наши не выпали. Аккуратненько связываем. Вот у нас получился узелок. И еще добавка. Поэтому. Теперь берем лоскуток для юбочки. Такой у нас красивый лоскуточек. Вот, и просовываем. Да, в середине мы сделали дырочку. И просовываем нашу куклу. У нас все равно какую-то веревочку. Что-то не подумала об этом. Так, вот так мы протягиваем и делаем нашей кукле юбочку. Делаем юбочку. Да что, кажется, даже платочек не надо делать. Да. Ну, так красиво. Так, мы сейчас еще сделаем еще одну нижнюю юбку. Берем лоскуток, отрезаем. Для этого понадобится абсолютно какие-нибудь обрезочки. Мы сейчас сделаем двойную юбку. Видишь, как будет красиво. И выйдет еще красиво. На масленицу одевали всегда все старые вещи, тулупы. Вот. Отрезаем. Так, смотри, как мы сделаем. Так, это у нас... Здесь сейчас мы сделаем еще одну проденем. И чуть пониже завяжем. Одну юбку. Вот так вот держи. Чуть пониже. Вот. Веревочками. Так, завязываем, чтобы у нас плотно держалось, хорошенечко связываем. Так, и отрезаем. Так, смотри, вот у нас нижняя юбочка, а теперь еще делаем, смотри, верхнюю юбочку. Как тебе? Красиво. О, смотри. Да. Две юбки мне. Так, держи. Сейчас будем вязать. Как тебе? Красиво. Так, теперь нижнюю мы давай обрежем. Лишнюю, чтобы она уже не мешалась. Красиво.
И делаем теперь верхнюю часть. Верхнюю часть мы одеваем через голову. Ой, только нам надо косу пропустить. Косу сначала пропускаем. Так, косу сначала мы вот так пропускаем. Давайте не косу держим. Не получится, подожди. Вот так вот мы делаем. Вот так вот, вот. И теперь нам надо... О, смотри, как красиво. Без этого было красивее. Почему? Сейчас мы сделаем то, чтобы оно было красиво. Может, лучше это, что у меня? А, ну давай сделаем, как скажешь. Вот что, да, давай, да. Так. Можно чуть-чуть... Ну, как сказать, мы сейчас вот так чуть-чуть приталим. Или поменьше сделать квадратик? Поменьше. Ну, сейчас прям не обрежем. Это слишком. Совсем другое дело. Тогда мы сделаем красивую ленточку, не такую, а подвязочку красивую. Сейчас отрежу на голубенькую. Будет не выглядеть, как бабушка. Да. Нет, не будет, потому что у нас молоденькая, красивая. Сейчас мы отрежем. Да, выглядит как бабушка. Голубенькую ленточку, только у нас еще это, платочек будет. Так, сейчас мы подвяжем. Поясочком подпоясаем. Спереди бантик. Или лучше сзади? Сзади. Сзади оставим вот так вот. Вот так вот. И обрежем. Можно вырезать. Нет, обрежем. Да. Так. Теперь у нас есть такой платочек. Я повешу. Тебе как бабушка. Опля. Сейчас даже вот такие подняли. И с платочкой красивая. Нет, Кать, ну он облагается, он должен быть с платочком. А и он, видишь, сразу? Да. Коса. А не нарисовать? Глазки. Не мочи кисточку. У нас для этого есть акриловые краски. Да? У нас есть акриловые краски. Которые... У нас остались палочки от суши, от роллов. И мы одеваем нашу куклу. Вот такая у нас сейчас Катя нарисует глазки. Вот такая замечательная масленица у нас получилась. Хватит, хватит, иди. Побольше сделаем глазки. Ну, еще побольше. А? Так, теперь мой. А когда наступит масленица, мы ее сожжем и вам обязательно покажем. Как мы. Давай рисуем. Ротик. О, давай, 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 давай. Здорово. Вот такая замечательная масленица у нас получилась. И ей мы будем провожать зиму и встречать весну. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в новом видео. Пока-пока!